В Ростове-на-Дону из-под земли забил настоящий гейзер высотой около 3 метров. Вода хлынула на поверхность в месте прорыва трубопровода. Сейчас коммунальные службы пытаются устранить причину аварии, а горожане, как видно на кадрах, подходят, чтобы сфотографировать огромный фонтан, снять на видео или сделать селфи на его фоне. Но, впрочем, по данным некоторых местных СМИ, прорыв уже перекрыли, и сейчас сотрудники водоканала откачивают воду из ямы.